Сегодня вкусный завтрак для мужа, а у меня стакан воды. Ну не то чтобы я сегодня вообще не буду есть, просто время 9 часов, а я завтракаю примерно в 11 или в 12, ну или в час, как получится. В общем, пока кушает муж, я пока пью водичку. Всем доброго утра. Я уже покормила мужа, сама попила водички. Кушать пока не хочу. Сейчас пойду на реснички, а то уже все выпали. Уже с утра встала, помыла голову. Теперь чистенькая, красивенькая, как и говорила, что в бане голову не мою, потому что в бане не промывается моя голова. Слишком много волос. Нужно мыть под проточной водой. Так что вот так. С бани выхожу с грязной головой. Кошка, это кошка, опять это кошка. Мур-мур-мур-мур. А какое сегодня число? 13-е. 13-е? Да. Или 12-е? 13-е. Не хочу в среду. Куда? К врачу. Подружка сделала мне реснички. Такая вот красота. Вот, собственно, опять подружка. А сейчас мы едем к моей бабушке есть пельмени. Я надеюсь, она очень обрадуется, то, что еду я к ней. Ну, куда деваться? Просто муж в автосервисе. Вообще позвали меня с Женей, но так как он в автосервисе и чинит машину... Я Женя заменитель. Кто успел, как говорится, кто ты съел? Нет, кто успел, тот бабушке поедет. Кто успел, тот бабушке поедет. В общем, вот так вот. Ну, Женя сказал, что сейчас освободится, но надеюсь, мы успеем все съесть. Женя, прости. Прости, пельмени не достанется. Прости. Пельмени мы покушали. Жене тоже досталось. В общем, сейчас едем на дом. Что-то там мужу какой-то инструмент надо забрать. Потом нужно заехать в хостовары и купить ручку на дверь. Ручку на дверь, что-то еще надо было. Ну, в общем, заедем в наш большой магазин «Ионас», где есть все. Ненавижу этот магазин, потому что купить я хочу там тоже все. Там столько красивой посуды и всего для дома столько всего красивого. Так что мне все охота. На улице идет дождь. Next up, Queen. Queen Station, arriving at Queen. Doors will open on the right. Next up, Queen. Queen Station, arriving at Queen. Let's go, let's go. Doors will open on the right. Kiss. You are triumphant. You are triumphant. You are triumphant. You are triumphant. I ain't never seen niggas so triumphant. Вот он, наш красивый домик. Добраться понятия не имею. Нет, муж идет. Кто спрашивал, как дела у нас дома? А все так же, все так же. Тут вот только доски лежат. Там наш туалет. Тут гостиная. Ой! Доски отели даже смотри. А? В снегу были, что ли? Там Васина комната. Куча досок. Ой, боюсь упасть. Тут будет кухня. Тут будет стол стоять. Там вода где-то течет. Где вода течет, не пойму. Открываем дверь в нашу спальню. Ой, как открыть нашу спальню? Вот так. Открываем дверь в нашу спальню. И попадаем в нашу спальню. Тут у нас будет гардеробная или типа шкафа. Тут что-нибудь, короче, такое. Ой. А вот тут вот будет стоять кровать. Тут будет комод. Тут дверь. Пока такая только дверь. В общем, вот так. Ай, как красиво!
Когда мы уже переедем, на улице все тает. Вот так вот. А сверху по этим доскам можно идти? Где? А, вот на полу? Тут наша туалет-ванна большая, 10 квадратов. Блин, большая. Ну ладно, большая, не маленькая. А вот тут будет моя кухня, наверное. Если я не передумаю. Или муж, если не передумает. Наш красивый домик. Как уже хочется сюда приехать. Но делов тут еще. Куча делов. Наш коридор. Где в коридоре пол? А, нету в коридоре пола. Так, вот эта входная дверь, заходишь. Тут у нас будет, я рассчитываю, что будет шкафчик. Либо для верхней одежды, либо для обуви. Или и для верхней одежды, и для обуви. В общем, что-нибудь такое придумаю. Тут. Наш красивый домик. Прям съездил и так. Уже хочется в нем жить. Но еще идет стройка, ремонт. Надеюсь, уже совсем скоро мы туда переедем. У нас на улице погода. Дождь вообще идет. Как в мае. Снег вообще весь растаял. Прям ливень. На улице такой лед. Лед не успевает растаять. Ну, не везде, кое-где. Ну, вот так вот. Купили новую скатерть. Это порвалась. Вот такая дырка. Кто-то ее проделал. Сейчас новую застелю, покажу. Тут у нас... А, еще купили новую лампочку. Люстру. В детскую. Короче, у них вообще она не работает. Купили новую. И купили еще новую ручку. Вот сюда, в комнату. Может, там что-то налаживают. В общем, взяли вот такую вот замком, чтобы она закрывалась. Буду закрываться детей, это не новый? Пускать их в комнату. Не буду тебя больше пускать в комнату, слышишь? Ха. Ха. А еще, кстати, Ваню садик уже забрали. Почему-то в садике он сегодня шахматы прогулял и не пошел. Почему? Не, а? Не знаю, домой захотелось. Хитрец ты, конечно. Хитрушки. Вот такую вот скатерть купили. С такими квадратиками. Все равно ненадолго. Потому что у нас очень быстро рвутся все скатерти. Ну, в общем, ничего красивенькое. Подходит. Сделала тесто для блинов. Добавила вот масло. Остается только последний раз размешать. И буду выпекать блины. Сегодня все попросили блины. Муж говорит, на масленице не был. Давай пеки блины. В общем, замесила двойную порцию. Будут сегодня блинчики.
Напекла кучу блинчиков. Сейчас будем пить чаёк. Жду, когда муж привезет сметанку, потому что я люблю блины со сметаной. А Ваня любит блины просто так. Со сгущенкой. Со сгущенкой, да? Ну, пока есть просто так. В общем, вот. Такие красивые, тоненькие. Рецепт блинчиков оставлю в описании. Рецепт вообще очень простой. Получится точно у всех. Обязательно смотрите, пеките по этому рецепту. Такие тоненькие, ажурненькие блинчики с дырочками. Красота и вкуснота. У нас на улице опять началась зима. Целый день сегодня шел дождь. Все растаяло, вообще не было снега. А сейчас опять валит снег. А завтра, по прогнозу, будет минус 8. И все это замерзнет. Вот такая вот у нас погодка. Муж установил ручку. И теперь не может зайти. Наконец-то у нас в комнате будет ручка с закрывашкой. А то, знаете ли, эти дети. Теперь можно от них закрываться. Красота. У мужа, конечно, золотые руки. Прелесть просто. У нас в детской наконец-то появился свет. Вот такая вот лампочка. Вообще, короче, стоило по акции всего 900 рублей. Красота. 999. А ну ладно, 1000 рублей. Прекрасная лампа, я думаю, за такую цену вообще прелесть. Светит ярко, самое главное. У нас появились вот такие вот полочки возле кровати. Там муж еще делает. Вообще, зачем нам полочка для кровати? У нас сюда не лезет никакая прикроватная тумбочка. Вообще ничего. И телефон приходится всегда ложить вот так на кровать. Мне не очень нравится, что телефон лежит на кровати. Я хочу, чтобы зарядка лежала вот тут. И, соответственно, телефон тоже лежал тут. Ну, в общем, я думаю, клевая идея. Полочки покупали в Фикспрайсе за 149 рублей. Ну, в принципе, окей. Я уже искупалась. У меня тут новая полочка. В общем, итоги сегодняшнего дня. Как хорошо, когда у мужа золотые руки. Он сегодня так много сделал. Он повесил полочки эту. Вон ту. Вот видите, как телефон лежит. Полочки повесил. Он сегодня поставил новую ручку к нам на дверь. Во-первых, та старая уже сломалась. И во-вторых, я давно уже хотела ручку, на которой есть замочек. Потому что дети заходят в комнату, а иногда охота побыть одной. Или иногда я чем-то занята. Они постоянно ходят туда-сюда. В общем, ограничилась от детей, закрыла дверь. Муж сначала купил одну ручку, она не подошла, поехал поменять ее, потом поменял, купил другую, поставил, что-то она не ставилась. Он, ну, час точно, может, полтора ковырялся с ней, в итоге все нормально, все поставил, все окей, все прекрасно, дверь закрывается. Также он сегодня повесил лампочку новую, люстру в детскую. Прекрасно, 1000 рублей люстра, вообще чудо просто. Если учесть, что это не наша квартира съемная, и менять тут, покупать дорогую люстру, смысла вообще абсолютно никакого нету. Поэтому мы повесили такую дешевенькую люстру. Прекрасно. У меня был самый главный критерий, чтобы она хорошо светила. Это светит просто прекрасно. В детской теперь светло, много света, и меня это просто очень радует. Ну, в общем, вот так. Так у нас сегодня прошел день. Что мы сегодня делали? Да, больше все, что мы делали, вы уже видели. В общем, вот так вот. Спасибо всем, кто смотрел меня сегодня. Ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте подписываться на канал. Всех обнимаю, всех целую. Всем пока-пока.